В завершении выпуска о происшествии. Плохие погодные условия все-таки дали о себе знать. Сегодня сразу 7 автомобилей стали участниками ДТП недалеко от поселка Разумное Белгородского района. Около 8 часов утра на 11 километре автодороги Белгород-Шебекино-Волоконовка произошла крупная авария с участием 4 ВАЗов 10, 6, 5 и 14 моделей и 3 иномарок Mitsubishi Lancer, Nissan Qashqai и Kia Ceed. По предварительной версии, 27-летний водитель десятки не справился с управлением в условиях гололеда и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся в лобовую с «Жигулями» 6-й модели и следовавшими за ним машинами. В результате 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 скончался на месте. В лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести были доставлены водитель десятки, 17-летний пассажир шестерки и 47-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-2114. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными в зимнее время года. Главными правилами безопасности движения в неблагоприятной погодной обстановке является снижение скорости и соблюдение водителями безопасной дистанции. На дороге со скользким покрытием не следует производить резких маневров. Пешеходам тоже необходимо быть осторожными при переходе проезжей части дороги. Тормозной путь автомобилей значительно удлиняется на скользкой поверхности. Не подвергайте себя опасности.